чтобы я на звук не выключила, а просто наговариваю поверху. Вот я вам показываю. Водильчик пенсионер, точно такой, какой у нас возле дома, один и тот же хозяин. Напротив этого магазинчика наш рыночек. Зимний, ну, крытый каток. Зимой, летом катаются там. Остановка. Фасад обмазали, ну, с того времени барак. Видимо, люди там конечно. Убирает деревянные постройки, на этом не ставят. Дома. Кирпичные. Сейчас многие рассказывают, я видео смотрела, как такого фонда, который сносить надо, бабушку 90-летнюю, не расселили, плачет бедная, сидит, мерзает. Обрезали трубы, отопление, воды, света, все отрезали, всех расселили, а она была в гостях, и внучки, видимо, приехала. А все, никого нет, дом стоит пустой, она зашла в свою квартиру, а что, ни воды, ничего. И администрация отказывалась, шла бумага. Станция скорой помощи. Ой, я посмотрела, столько расстроилась сегодня. Смотрела. И вот там. Сейчас свой счет сносят дома, сносят дом этот. Это вообще.
приватизированной квартиры. Говорят, 200-300 тысяч дадим, и все, больше не дадим. Прям так по телефону говорят, денег нет. Ёлки, все, пора стащат. Ну, наверное, будут разбираться, потому что раз блогеры взялись, они серьезные, такая, что бригада-то, ну, не один человек, там у них организация такая серьезная. Что вы снимаете? Разбираются во всем, адвокаты приглашают. Это улица Пионерская, все видим. Кто бы говорил? Да, конечно, что ты молчишь? Ходите. Я не смотрелась. Такого. Я стараюсь такое не смотреть. Как-то очень больно, как-то это все сердце щипит, изучаем смысл. Смысла нет сердца-то травить. Не помочь не сможешь. Ну, что только... Чтобы сердце когда-нибудь разорвалось. Нет, смысла нет. Я, конечно, не брала, наверное, машины жикают, там автобус едет, Посмотрю, как сейчас. Нет, в автобусе говорит, там, наверное, сейчас там тоже шумно. Народ полный, полный автобус, это вот куда люди только едут. Могут там ехать. Туда приедем. Я до вокзала еду. На вокзале еще покажу вам. Пока. Помедленнее. Подробнее. Покажу. Опять к этой повозке переселенцев подойдем. Ну, так пока вышло, не спеша. Несколько минуток покажу. Ну и сквер Победы. Я вам все говорю, парк Победы. Парк Победы, сквер Победы. Здесь воду, воду берут люди. В бутылях. Это не только одна дорога, там на площади, на вокзале снимают победы. И вчера так только коня одного выставил. Фонтанная карта. Я не знаю, слышно, не слышно будет меня, потому что все равно шуршит автобус. Смотрю, как это пишется. Конечно, когда шум сотрешь, тогда легче. Заворачиваем. Вот эта фотография. Вот сейчас увеличу ее. Фотография. Мужчина, давайте запоем. Бордовая. Ноги. Столько лет. 15 лет. 15 лет. Строят новое. Все было заброшено, заброшено 10-летие. И никто не знает, что. Кого не спрошу, никто не знает. Мотаю камеру. Я не была там в центре детской и юношеской книги. Не была там.
когда. Не знаю, магазин это или библиотека, или что это, центр. Что за центр? Весной она вся цветет, эта сиренька, все красиво. Большая площадь сирени. Видела, мимо проходишь, военные стоят. По-моему, провожают в армию оттуда. По-моему, так. Вот это сквер Победы. Вот я вам покажу сквер Победы. Я потом выйду с вокзала и пройдусь, покажу вам. Тут-то дорога одна и та же. То есть начнет, смотрит, скажет, что вчера это показывали, сегодня это показывали. Мы там позавчера это показывали. Маршрута даже туда, там пешком как-то ходит. Нету маршрута. На автобусе, чтобы. Вот вокзал, вокзал. Показываю вам вокзал. Нашего Биробиджана. Город Биробиджан. Улица Комсомольская, улица Шалом-Алейхем проехали. А сейчас повернет на улицу Калинина. Вот эта улица, перпендикулярно этого автобуса, это улица Калинина. Вокзал стоит на улице Калинина. Автобус стоит. Вам рукой машу. Никто не вылезал. Не появилась, камера перевернулась. И вот вам буду сейчас показывать. Вот там. Вот он издалека, так вот не разглядишь, а близко надо вверх поднимать. Ну, я вам вот покажу. Документ вот тут стоит. Кто хочет, увеличит. Железнодорожный вокзал построен в 1935 году. Привокзальная площадь с фонтаном Минора. Установлен в 1942 году.
фонтан Минора. Наверху, на самом Миноре. Ну, село Ильиское. Там вам не надо. Это вообще Ильиское. Это кафе «Сытый волк», я вам показываю пальцем. Это я чего? А, туда идет автовокзал. Вот видишь, как фонтан его покажешь. Ну вот он, ну вот Минора на самом верху. Как эмблема. Вечером он немножечко светится. Летом, конечно, здесь хорошо. Вода плещет вверх, так это, ну, фонтаном. Ну, шумно, вода течет, шум такой вот. Я летом как-то снимала. Ну, немножко вот так вот камеры поведу. Вот это прямо вот пальцем показываю, это как раз город, прямая дорога. Прямо на рынок пирается. Главный рынок. Сейчас хочу пройти вам показать еще повозку раз. Вот иду с камерой. Почистили, что мы в храм посмотрим. А, так, кафе показываю. Столовая. Там, по-моему, кафе сейчас написано. Была когда-то столовая, а сейчас вроде бы кафе написано. Урны, заметьте, у нас все урны пустые, ненаполненные. Все убрано. С утра, видимо, все поубирали. Покажу вчера подробно, хорошо, и ботиночки, все вам показывают. Сегодня время есть у нас. Перед тем, как все идти. Написано, как я стрела. Туалет, кто следом, туалет. Вот туалет, тычу пальцем. Повозка. Первые поселенцы. Кто не знает, откуда они, как. Мы ехали, ехали. Заселяли землю необитаванную нашу. Земля необитаванная. Ах, красавец. Издалека. Это китайцы подарили нам такую скульптуру. Ансамбль такой. Бронзовый, вроде бы из бронзы. Я так думаю, что из бронзы. Может быть, сталь да сверху бронзы. Не знаю, но он такой бронзой отливает, конечно. В 2004 году. Подарили Биробиджану китайцы. Хайхэ, город Хайхэ. Немножко привокзальную площадь вам показываю. Потом покажу немножко, где я была. Несколько секунд. А потом в сквер Победы пойду. Зала хватит, идем назад. Фонтан показываю пальцем, фонтан. Вокзал достраивали. Вот он был посередочке всего. Вот это вот две таких сбоку больших махины пристроили. Он был перестроен. Вот это я билет здесь выписываю. Да, пока, да, конечно, да, пишет, да. Так, и чуть-чуть. Пригородный сразу. Вокруг. А, паспорт, СНИЛС, ну давай. Обязательно. Вот я выписываю, расписалась, да. И все.
паспорт забираю, написала, что мы все. Вышла и иду я в сквер Победы. Как раз тут дорожка очищена, но туда надо идти по тропиночке. Потому что я захожу с тыла. Если бы я с той стороны, там очищено. Здесь, то видите, все урны пустые, обратите внимание. Вот в Комсомольске мы с Наташей снимали, там полные урны стоят зимой. Ну, еще раз вам показываю вокзал. И вот по этой тропиночке сейчас потихоньку, потихоньку, чтобы не упасть. Вот я вам покажу, видите, как очень тяжело здесь так, чтобы так быстро не пойдешь. Неохота падать. Надо ломать потихонечку, потихонечку. И дойдем. Я еще ходила после сквера на рынок, в магазин зашла, но ничего не доставала уже, я телефон, ничего не стала снимать. А в магазине что-то смотришь, что-то это, тут с камерой, но тут и сумка, тут и зимнее же, оно такое, все рукава. Пока этот телефон туда-сюда достаешь, что-нибудь да выпадет из сумки, не дай бог, так вот думаю. Думаю, так не снимала я нормально сегодня. В следующий раз, может быть, другое что-нибудь. Вот я подхожу потихонечку, потихонечку. Ползаю. Да, вот протоптали тропинки людям, кому надо было. Видите, тротуарчик очищенный. Вокруг можно было мне пройти и прям до улицы, где хоть нет, мне надо скосить. Мы не любим двухких путей. Здесь я на автобусе сюда приезжаю, вам скажу. Тут мой автобус обычный идет. Вот лед я вам показываю. Чищено, но небольшие островки все равно. Не дай бог, не засмотришься, наступишь, точно завалишься. Поэтому стараюсь и под ноги смотреть, снимать. Вот кому-то бы вот это неинтересно, а вот мне интересно. Мы ж разные все. Чтоб кто-то посмотрел. Кто-то же здесь жил. Ну вот, люблю для кого-то что-то сделать. И самое приятное, мне интересно. Мне интересно сам процесс съемки. Ну, веселее. Вот на автобус пошел. Это же разнообразие в жизни. Вроде чем-то занят. Было здесь выключить, пробежать, пройти без... Ну, я уже не выключаю, иду, да иду. Вот мой автобус. Вот, назад, куда я иду. Пока. Вот как раз до конца дойдешь и на площадь выйдешь при вокзале. А вот уже и сквер. Очень много тут елочек, красиво. Вот тут вообще не чищено. Страшно. Под ноги смотрю, а камеру в сторону. Улица Ленина, я вам показываю. Через переход улица Ленина. Пальцем тычу. Как-то там автобусов не вижу. Может, маршрут там, наверное, ничего такого нет. Там, правда, есть, было, вот дальше пройдешь через переход. Там здание издательства газеты «Звезда». Биробиджанская «Звезда».
Ну, сейчас не знаю, есть она или нет. Видите, вот пустая тоже, урны даже немножко захватывают. Вот второй раз вернулась. Обратите внимание, пустые урны, не забиты ни бутылками, ни бумагами. Все убрали с утра. Ну, для меня чистый город, ничего не скажешь. Ну, и без этого, наверное, где-то что-то валяется, но так вот убираю. Ели красивые, конечно. И почистили сколько барханов снеговых. Вот название. Сквер Победы. А то я Парк Победы, Парк Победы. Сквер Победы. Летом здесь хорошо, под елочками можно прогуливаться. А так-то очищено все. Большая такая площадь, ну, для этого города. Площадочка большая летом. Ну, очистили сейчас зимой. И вот тут проходят награждения военных, проводы там в армию. Я видела, вот, в День Победы здесь вот собираются. Начинается, наверное, здесь шествие, потом по городу, а сбор здесь. Показываю вам, сколько льда со снегом, как трудно идти. Ты бедняешься. Ох, елочки, мне прям с ума сходит. Вот Стелла. Вокруг нее такие каменные листы, как их назвать, книги с переченью. Он вечный огонь показал. И высечены имена погибших 1941-1945 годы. Очень много фамилий. Те, кто в Биробиджане призывался и не вернулся с войны. Вот иду к вечному огню. Вот огонь-то, наверное, не видно особо. Угу. Я еще когда в камеру смотрю, думаю, что-то огонь-то не будет виден, наверное, на камере. Но он это и горит. А, немножечко есть проблески, есть. Но оттуда ж это газ идет и гудит. Я вот не убрала, может, слышно будет, что газ гудит. Вот венок свежий лежит. Кто не помнит прошлого, того нет настоящего. Так, как говорится. О, видно ближе, маленько видно, что горит. Вечный огонь. Павших, памяти павших. Еще вокруг покажу, вот вам вот такую площадь вам покажу. Ну, площадку, не площадь, это сквер. И вот стоят вот такие вот постаменты, или как их назвать, героям. Это вот я показываю, это герои ордена, герои Золотой Звезды. Какие там, у кого какие награды. Вот кавалер там ордена такого-то, а вот Золотая Звезда у кого, это герой Советского Союза. Ближе подойду, покажу фамилии.
Все же не покажешь. Вот почти все фамилии на О. Многие. Вот фрагмент взяла. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только вот. Вот сколько только. Игнатович. Советский Союз был, все были вместе. Не смотрели там на О, на Б, на В фамилии. Все были СССР. Иногда друг на друга, на другом там пошучивали по-доброму. А так. Пока вот это вот не вылезла эта гидра. Ожившая. Начались войны. Солнце светит, а там вдалеке никто не забыт, ничто не забыто. Вот это лозунг наш. Ничего-то не видно, плохо видно. Солнце, прям солнце в глаза вообще. Здесь вот хорошо в спину. Сейчас залезу, зайду немножечко все-таки на эту, по лесенке, по этой. Сверху покажу, хотя ничего там такого сверху и не покажешь. Но я не знаю, как это, поэтому поднимаюсь, посмотрю. А скользкий, там кое-где лед. Не дай бог наступишь на кусочек льда. Разобьешься. Все гранитное, камень. Вот стела. Высокая, высокая. Снимать плохо. Вот. Сверху вам показываю. Вот сквер Победы, город Биробиджан. Вот оттуда они на нас смотрят. Мне кажется, порою, что солдаты. Дай-дай-дарай-дай-дарам, не землю нашу полюбили когда-то, а превратили в белых журавлей. Так-то так, где-то там сверху видно все. Что-то есть в этом мире, я так думаю. Но что бы там ни было, а мы должны помнить. Если мы помним, значит, мы живем. Значит, и нас будут помнить. Все поколения друг другу. Будут чувствовать себя. Я так думаю. Память, она есть память. Но если мы ничего помнить не будем, то мы не люди. Память уже в человека. А это я уже на Арбат вышла, показываю. Вот этот новый дом в этом году, вот этот ЦУМ, где был, а там двухэтажный дом последний, вот потыкала. Был двухэтажный дом, его сожгли и построили новый. А это вот такие киосочки. Хотела зайду вот в этот магазин, друг семьи. Вот убирают снег, вот такие машинки. Можно посмотреть. И все. Всем всего хорошего, будьте счастливы, добры, все хорошо.